Пожалуйста, отпустите меня. У меня нет денег. Центурион, умоляю, не бросайте меня в тюрьму. У меня жена и двое маленьких детей. Спасибо тебе. Прошу вас, не надо. Пожалейте меня. Центурион, умоляю. У меня жена, двое детей. А мне жаль. Но я ничем не могу помочь. Пожалуйста. Пожалуйста. Неужели у Рима нет милосердия к бедным? Я ничем не могу помочь. Нет. Нет, умоляю вас, ради моей семьи. Пожалуйста. Пожалуйста. Влезай в повозку. Господи, я верю. Что у меня завтра, Луций? К сожалению, то же, что и сегодня. Судья говорит, что еще предстоит арестовать сотни людей. Хорошо. Спасибо, Луций. Луций, можно с тобой немного поговорить? Я надеюсь, что ничем не обидел вас, сэр. Нет, нет, Луций. Разве можешь ты обидеть меня? Ты хороший слуга, лучший друг, который у меня есть. Расскажи мне о том человеке, в которого ты веришь. Об Иисусе. Вы видели его. Вы почувствовали то же, что и я, когда впервые увидел его. Я что-то почувствовал. Не могу понять, Луций. Он Мессия. Теперь о нем многие говорят. Его даже называют Господом. Сегодня, когда я забирал бедняков в тюрьму, то он поднимал их на ноги, помогал им, давал им надежду. А потом посмотрел на меня. Я почувствовал такой стыд. Я почувствовал... Луция. Все хорошо. Мне жаль, Флавиус. Я уже встречался с такой болезнью. Боюсь, он не доживет до утра. Но утром он чувствовал себя хорошо. Мне очень жаль. И ты ничем не можешь помочь? Спасти его может только чудо. Простите. Пожалуйста, пропустите. Пришла беда, учитель. Иисус, учитель, мастер, я никогда ничего не просил. Мой слуга умирает. Он единственный, самый лучший друг, который у меня есть. И если есть человек, способный его спасти, то это ты, Господи. Ты слышал? Он назвал его Господом. Я пойду с тобой и исцелю его. О, нет, нет, Господи. Я не достоин того, чтобы ты входил в мой дом. Но если ты просто скажешь, что он исцелен, я знаю, он исцелится. Во всем Израиле я не встречал такой сильной веры. Ступай. По вере твоей да исполнится.
Луция! Луция! И вы ходили к Иисусу? Да. Свободен. Я свободен. Мое сердце больше не во тьме. Он посмотрел на меня и открыл мне дверь. Я свободен, и я верю. Многие доктора смотрели моего сына, но никто не смог ему помочь. С ним произошел несчастный случай? Нет. У него есть жар? Нет. Как у него с аппетитом? Хороший? Тогда что заставляет вас думать, что он болен? Я... Лучше вы сами все увидите. Вы что-то не договариваете. Он же не прокаженный? Нет, нет. Доктор, Калеб мой единственный сын. Если вы вылечите его, я готов работать всю жизнь, чтобы расплатиться с вами. Сердце хорошо работает. Для мальчика, который все время лежит, у него очень сильные руки и ноги. Он не всегда так спокойно лежит. Иногда, то есть довольно часто, он внезапно становится очень возбужденным. Все хорошо, Калеб. Помогите! Уберите его! Уберите его! Все хорошо, Калеб. Тебя никто не обидит. Папа рядом. Ваш ребенок одержим бесами. Он не одержим. Сэр, я видел проделки дьявола. Говорю вам, он одержим. Это невозможно. Ну как вы можете утверждать обратное? Потому что... Если Калеб одержим... Значит, его нельзя вылечить. Это правда. Доктора тут бессильные. Но, возможно, Калеба исцелит кто-то другой. Есть священники, которые утверждают, что могут изгонять бесов. Мы к ним уже обращались. Шарлатаны. Они наживаются на бедах людей. Может быть, стоит еще попробовать? Нет. Калеб неодержим. Он болен. И я не успокоюсь, пока не найду доктора, который его вылечит. Господи, как ты творишь такие чудеса? Петр, если вера твоя размером хотя бы с горчичное зернышко, ты можешь сказать горе «подвинься», и она сдвинется со своего места. Что? Что бы вы ни пожелали, если вы молитесь праведно и верите, что получите его, будет вам оно дано. Пожалуйста, пожалуйста, пропустите. Ее единственный сын. Хуже того, она похоронила мужа всего несколько месяцев назад. Добрейшая женщина. Просто не знаю, как она все вынесет. Просто не знаю. Не плачь. Мальчик, я говорю тебе, встань. Жив.
Он живет, и его любовь ко мне бесконечна. Мне так радостно знать, что он рядом со мной. Я молюсь каждый день. Я хочу поделиться той верой, которую он мне дал. Пришло время вам идти и делать то, что делаю я. Я дал вам силу изгонять бесов, излечивать все болезни и недуги, даже воскрешать мертвых. Помните, все возможно для того, кто верит. Не берите за свою помощь деньги. Вы получили свой дар бесплатно и делитесь им бесплатно. Теперь ступайте и не бойтесь. Бедный маленький Калеб, ты действительно думаешь, что ему понравится? Все дети любят игрушки. А что, если мы подарим ему эту игрушку, и она так обрадует его, что он снова станет обычным мальчиком? Я думаю, все возможно. Подайте бедным слепым. Сэр, помогите слепым. Уже несколько дней мы не зарабатываем ни копейки. Я голоден, Изи. Я тоже, Бен. Пойду к Жуэлю. Он всегда дает нам поесть. Пойдем. Только не нужно ничего рассказывать про человечка, которого мы мастерим для Калеба. Он еще не окончен. Изи, ты же знаешь, я не умею хранить секреты. Бен, тебе придется научиться. Итак, давай сформулируем утверждение. Повторяй за мной. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты. Изи, мне кажется, получается. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты. Прости, Калеб. Я не хочу, чтобы ты покалечился. Когда ты поправишься, то сможешь ходить сам, куда пожелаешь. Я обещаю. Доброе утро, Жуэль. Смотри, что мы смастерили для Калеба. Бен. Изи, прости. Я пытался. Но не очень усердно. Очень красивая игрушка. Калебу она наверняка понравится. Как поживает маленький Калеб? Боюсь, не очень хорошо. Мне пришлось привязать его. Жуэль, мне очень жаль. Наверное, это единственный выход. Карин испекла утром хлеб. Возьмите. Ты хороший человек, Жуэль. Луч света в темном царстве. Жуэль! Я встретила в городе одну женщину. Она рассказала, что раввин по имени Иисус воскресил ее сына. Карин. Он творит чудеса, Жуэль. Он дал силу своим 12 ученикам, и двое из них сейчас в городе. Они творят чудеса? В нашем городе? Изи, может, они и нам смогут помочь? Жуэль. Карин. Я ничего так не желаю, как выздоровление Калеба. Но у нас нет денег на шарлатанов. Но эти люди отказываются брать деньги за свою помощь. С трудом в такое верится. Калеб! 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 Жуэль! Калеб! Не нужно, сынок! Нет! Помогите! Калеб! Калеб! Спасибо.
Спасибо вам. Я никогда не забуду, что вы помогли мне. Благослови тебя Бог, женщина. Говорят, вы можете исцелять людей. Настолько, насколько ты веришь в исцеление и молишься. Сколько вы за него хотите? Вера в Иисуса — наша единственная награда. Несколько лет назад что-то произошло с нашим мальчиком. Некоторые говорят, что он одержим бесами. Мы не можем с ним справиться. Он был таким счастливым мальчиком. Он прекрасный мальчик. Если вы можете чем-то помочь... Мальчик, во имя Иисуса я говорю тебе, исцелись! Иоанн, подержи его. Я еще раз попробую. Всемогущий Господь, ты все можешь. Я приказываю бесам оставить этого чудесного мальчика. Тише, сыночек. Папа здесь. Папа любит тебя. Не помогает. Я знал, что все вы шарлатаны. Мы их никогда не найдем, Изи. Нет, найдем, обязательно найдем, Бен. И мы исцелимся. Друзья мне сказали, что вы ищете апостолов Иисуса. Да. Вы знаете, где их найти? Нет, но я только что пришел в город с самим Иисусом. Позвольте, я отведу вас к нему. Ты слышал, Бен? Иисус вернет нам зрение. Это ты, Иисус? Это он, Бен. Я чувствую его. Вы верите, что я могу исцелить вас? О, да. Да, Господи. Пусть же будет вам по вере вашей. Бен? Изи? Бен! Бен! Спасибо тебе, Иисус! Теперь ступайте и никому не рассказывайте о том, что здесь произошло. Солнце заходит. Солнце встает. Я прославляю его. Я каждый день прославляю Его, восславляю имя Его. Эти глаза снова видят, и каждый слепой сможет снова видеть, как я. Я свободен, потому что я верю. Не догонишь меня, не поймаешь. Иди ко мне. Я поймал тебя. Нет, я поймал тебя. Калеб. О, Калеб, прости меня. Я подвел тебя, сынок. Я перепробовал все, что только мог придумать. Но боюсь, все безнадежно.
Карин! Откройте! Ничего не замечаешь? А что мне делать? Притворяться слепым? Что произошло? Правда, правда, Жуэль. Мы снова видим. Не могу поверить. Честно, смотри. Там стул. Там тарелка. Там окно. Это должно быть мышь. Он бежит в норку. Кто вам помог? Как такое произошло? Мы не можем тебе сказать. Иисус! Я ничего не говорил. Разве что-то сказал? Учитель, все было так, как ты и сказал. Мы творили чудеса. Я знал, что у вас получится, Петр. Мы исцеляли больных. Мы исцеляли хромых. Мы изгоняли бесов. Но, учитель, однажды... Учитель... Это мой сын. Он одержим бесами. Я приносил его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его. Дай мне ребенка. Прошу тебя. Если можешь, исцели его. Если ты веришь, все возможно с верой. Я не знаю, могу ли поверить. Я столько раз верил. Я хочу поверить. О, Господи, помоги мне. Пожалуйста. Помоги моему неверию! Злой дух! Приказываю тебе, оставь этого мальчика и никогда к нему не возвращайся! Калеб! Спасибо, учитель! Благодарю тебя! Пойдем к маме, сын! Я свободен! Свободен! Он пришел ко мне, прикоснулся и смотрел с такой любовью. Я свободен. Я верю.